Здесь камень превращают в вату. Больше 17 тысяч зданий в России построены с использованием продукции самарского завода «Сэндвич-панелей». Что и как делают на предприятии, с тонкостями технологии знакомились представители делегации из Болгарии. Это далеко не единственная встреча болгар с самарскими коллегами. Цель – наладить партнерские связи в бизнесе. 140 лет назад Самару и Болгарию объединило самарское знамя. В советские годы связывали партнерские отношения. Сегодня второе дыхание открывается у делового сотрудничества. Сейчас мы хотим восстановить эти связи. И сегодняшняя встреча дала нам оптимизм, что это случится. Культурный обмен уже есть, и он не потерялся так. Но экономический, торговский, кооперационный и все другие возможности, которые у нас есть, и это первое, которое мы, так сказать, обнаружили и хотели бы использовать на будущее. Наши коллеги получили информацию о том, как мы можем их поддержать. Сегодня наши коллеги провели ряд встреч с профильными компаниями. Мы получили максимальную заинтересованность с обоих бизнес-сторон. Да, и в дальнейшем уже это организационное и техническое взаимодействие. Одно из предложений – открыть в Болгарии дилерский центр самарского завода. Очень приятно, что болгарская сторона нашла такую возможность и время приехать в наш регион, ознакомиться, ну, как говорят, с реальными секторами экономики. И я думаю, это правильно, когда лучшие продукты каждой из стран, да, имеют возможность быть предложены любому клиенту, там, я не знаю, в любой стране. Пока это предварительная подготовка платформы для бизнес-партнерства, но интерес уже значительный с обеих сторон. Представители болгарского бизнеса обсудили также возможности сотрудничества в отрасли металлургической промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.